Внимание, внимание! 15 минут назад Саркис Татурян снова обращался всем армянам. Ставим лайки и подписываемся на канал. Спасибо за просмотр. Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Власть» на канале «Реалист». Мы говорим о людях, пороках и их закономерностях. Когда мы говорим о фашизме, то зачастую вспоминаем только гитлеровскую Германию с ее газовыми камерами. Как будто не было геноцида армян, геноцида греков, геноцида ассирийцев, геноцида арабов и геноцида езидов. Один из организаторов массовых убийств, Джемаль Паша, с гордостью говорил, что армяне уничтожены железом, а сирийцы должны быть уничтожены голодом. Мы забыли, что вина за многочисленные страдания этих народов лежит на пантюркизме. Пришло время дать четкие определения, и я сделаю это прямо сейчас. Пантюркизм – это разновидность турецкого фашизма, целью которого служит сохранение классового господства правящей верхушки над своим собственным народом и над постколониальными народами через террор и физическое истребление. В чем причина многолетней агрессии пантюркистов из Баку и Анкары в отношении армян? Она состоит в миропонимании. Ведь сознание пантюркистов определяется не мусульманскими канонами, а языческим миропониманием, когда все люди делятся по видовому принципу на своих и чужих. При этом чужих, по их логике, можно безнаказанно грабить и убивать. Так они и поступали с армянами, греками, арабами, ассирийцами и алавитами. На рубеже 19 и 20 веков пантюркисты видели в убийствах армянского населения средства наживы и личного обогащения, поскольку армяне контролировали 60% турецкой импортной торговли, 40% экспортной торговли и 80% внутренней торговли. По состоянию на 1915 год, то есть в разгар геноцида, на долю армян приходилось 20% капитала промышленных предприятий. Для сравнения, греки контролировали 50% капитала промышленных предприятий, евреи 5%, турки 15%, а оставшиеся 10% приходились на долю иностранцев. В самой Западной Армении на долю армян приходилось 86% всей торговли и 69% промышленности. Например, в Ванском вилаете армяне сосредоточили в своих руках 98% торговли. Идеолог кайзеровской Германии Пауль Рорбах, который еще до Первой мировой войны ратовал за союз Берлина с Османской империей, был вынужден произнести следующие слова об армянском народе. Армяне имеют значительно большее значение, чем это можно предположить по их количеству. Нет никакого сомнения, что они и с интеллектуальной, и с материальной точки зрения являются самым деятельным элементом. Армянин наделен такой энергией и стойкостью, которые противоречат всему тому, что мы привыкли видеть в качестве восточного облика. Цифры, которые характеризуют роль армян в османской экономике, важны для понимания мотивов преступления. Организаторы геноцида понимали, что в условиях равной конкуренции им никогда не догнать армян. Поэтому в ход пошли массовые убийства. А там, где идет охота за капиталом, покушаются и на землю. Типичная классовая борьба, описанная Марксом в «Капитале». Кстати, после своего свержения палач армянского народа султан Абдул-Хамид II признавал в своих воспоминаниях слабость турецкой буржуазии. Корень всех зол в том, что ни один османец не работает для создания реальных ценностей. Османец привык быть господином и оставлять труд другим. Он живет и веселится. Наша молодежь думает, что она не может стать кем-либо иным, кроме чиновников и офицеров. Теоретик пантюркизма Назим Бей, который был министром просвещения в правительстве Талаата, выступал более откровенно. Предпосылкой осуществления политической программы младотурок является коренное решение армянского вопроса.
Представьте на миг создание в восточных областях армянского государства. Такое государство – это могильная плита на Туранской программе. Схожей логикой руководствовались организаторы армянских погромов в Баку и Сумгаите. Присвоить себе имущество армян в промышленных городах советского Азербайджана и занять их ниши в региональной экономике. Развал Советского Союза вовсю проявил их фашистскую сущность. Пантюркизм – не только идеология ненависти, но и идеология ревизионизма и воровства. Знаете ли вы, что термин «туран», которым сейчас бравируют Эрдоган и другие пантюркисты, на самом деле имеет персидское происхождение? В «Авесте», сборнике священных текстов зороастризма, тураном именуются ираноязычные народы – иранцы, таджики, пуштуны, белуджи и другие. Их называли турами. Тураном или страной туров персы называли обширную страну за верхней Амударьей, народы которой говорили на восточноиранских языках. Туран стал использоваться в качестве синонима Туркестан или страна тюрок только после того, как тюркский каганат завоевал Среднеазиатское междуречье в 567 году, то есть захватчики приватизировали родину ираноязычных народов. Вернемся в наше время. У язычников-пантюркистов много недостатков. Но самое главное из них состоит в том, что они забывают свои корни. Сегодня, когда бакинский режим получает военную и политическую поддержку Турции, окружение Алиева называет свой народ даже не закавказскими турками, а просто турками. То есть вся эта трансформация никак не вяжется с их трактовкой собственной истории. Ведь в учебниках истории режим Алиева героически приватизировал персидскую историю, объявив нынешних азербайджанцев потомками кызылбашей. Что-то тут не вяжется. Советую бакинским плагиаторам обратить внимание на арабское сочинение «Хроника войн Джара» в XVIII веке, русский перевод которого был опубликован в Баку в 30-е годы прошлого века. Скажу сразу, мы, армяне, не лезем в противостояние между суннитами и шиитами. Считаю, что верующие мусульмане не нуждаются в комментариях со стороны. Я просто привожу исторический факт, который имел место в первой половине XVIII века. Итак, на 39-й странице этой книги, которая повествует о войнах между Османской империей и Персией в Закавказье, приводится письмо турецкого султана к дагестанским народам с призывом убивать кызылбашей там, где не настигнете их, ибо они, предъявляя такие требования, показали себя, несомненно, неверующими. Османский султан имеет в виду требование персидского шаха Тахмаспа II признать истинной его джафаритскую, то есть шиитскую веру. Преследование османскими властями шиитов на оккупированных территориях подтверждает и советская историография. В частности, учебник «История Азербайджана», где говорится о том, что султанская Турция насильственно насаждала в Азербайджане суннизм и преследовала приверженцев шиизма. Почему я привел этот факт? Бакинский режим, если верить его официальной статистике, правит в обществе, где порядка 85% граждан исповедуют шиизм и только 15% суннизм. Но при этом Алиев и его окружение объявили себя турками. Меня волнует теперь только один вопрос. Кто они такие на самом деле? Если они потомки кызылбашей, то с турками-суннитами им не по пути. Если же они турки, а не кызылбаши, то это в очередной раз подтверждает, что все земли, которые находятся под военным контролем бакинского режима, являются временно оккупированными территориями. Хотя зря я так категорично рассуждаю. Режим Алиева давно определился со своим курсом. Я имею в виду расправу, учиненную полицией с жителями поселка Нардаран, где с лета 2015 года местные шииты выходили на улицы, чтобы протестовать против арестов своих единоверцев, а также против тяжелых социальных условий.
Тем временем бакинская пропаганда все свои силы направляет против армян, прикрывая многочисленные репрессии в отношении талышей и татов. Режим Алиева пресекает любые формы инакомыслия. Превратив армянофобию в дымовую завесу, бакинская пропаганда умалчивает факты о том, как аварцам и лезгинам запрещают изучать в школах свои национальные языки. То есть правящая верхушка объявила войну всем коренным народам региона. На самом деле армяне куда более удобные спарринг-партнеры для режима Алиева, чем остальные коренные народы региона, поскольку после погромов в Баку и Сумгаите армяне проживают по периметру, а не внутри Азербайджана. Вероятно, главарь бакинского режима забыл, что армяне в раннесоветский период официально считались коренным народом Азербайджанской ССР. Взгляните на флаг советского Азербайджана. Там название республики и ее автономной области указаны на двух языках – армянском и азербайджанском. Вы избавились от армян ровно потому, чтобы потом не делить с ними власть в республике. На руинах Советского Союза вы попытались реализовать фашистскую методику младотурок. Но в самый неподходящий момент что-то пошло не так. При этом режим Алиева пытается настроить мусульман всего мира против армян. Но у армянского народа более тесные и давние отношения с суннитским и шиитским исламом, чем у язычников-пантюркистов. Думаете, я преувеличиваю? Знаете ли вы, что младотурки внедрили в своих рядах обычай становиться лицом при молитве на восток, к Турану, хотя по исламской традиции принято смотреть на юг, в сторону Аравии, которая является родиной ислама? Если не верите, спросите у специалистов. Они вам и не то расскажут про этих язычников. Я хочу особо подчеркнуть, что за исключением носителей фашистской идеологии пантюркизма, которая основывается на расовой ненависти, нарушая тем самым предписание ислама, у армянского народа самые добрые отношения с татарами, башкирами, туркменами, казахами, киргизами, узбеками и другими тюркскими народами. И мы дорожим этими отношениями. Более того, у армян нет проблем с азербайджанцами и турками, которые отвергают фашистскую идеологию пантюркизма. Азербайджанцы в Москве и Петербурге мирно живут со своими соседями-армянами. То же самое можно сказать и про турок в Стамбуле и Измире. Более того, турецкие интеллектуалы Танер Акчам, Рагыб Зараколу, Али Байрамуглу, Орхан Памук, Элиф Шафак и другие попали в черные списки режима Эрдогана за публичные призывы к властям о необходимости признания геноцида армян. Кстати, среди них значится и Хасан Джемаль, внук того самого Джемаля Паши. В отличие от своего деда, Хасан Джемаль не только признал геноцид, но и потребовал от турецкого государства извиниться перед армянами. Однако пантюркистам правда не нужна. Вот как объясняет их мотивацию турецкий правозащитник Рагыб Зараколу. Геноцид армян – одна из основ формирования турецкой нации. Именно поэтому его отрицание столь сильно. Если признают геноцид, вся турецкая история, все герои обратятся в пыль. Люди масштаба Памука и Акчама сильно рискуют, но не боятся, что вызывает уважение. Поэтому будет нечестно ассоциировать всех турок с убийцами типа Эрдогана, Энвера, Талаата и Джемаля. Вместе с тем армяне должны помнить, что с турками, которые поддерживают Эрдогана и фашистский пантюркизм, им не по пути. Если мир с Гитлером был невозможен, то на каком основании вы хотите дружить с Эрдоганом, который ведет турецкий народ в пропасть? На этом наш выпуск подошел к концу. Уважаемые зрители, подписывайтесь на аккаунты «Иареалист» в социальных сетях, а также на телеграм-канал «Иареалист». Ссылки на наши группы есть в описании к видео. До новых встреч!